қайырлы күн құрметті әріптестер ханымдар мен мырзалар орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз конференциясына қош келдіңіздер бүгінгі біздің тақырыбымыз жүз нақты қадам ұлтт жоспарын іске асыру аясында қазақстан экономикасын инновациялық әлеметін артырға арналады уважаемые коллеги дамы и господа тема нашей пресс конференции о новых механизмах предоставления инновационных грантов В рамках реализации плана 100-летних шагов с 1 января текущего года действует новый предпринимательский кодекс. С его принятием была модернизирована программа грантового финансирования представителей отечественного бизнеса. В частности, оптимизированные виды инновационных грантов, а также сведены до минимума количество документов, необходимых для получения финансовой поддержки. И сегодня у нас в гостях оператор программы инновационного развития страны, Национальное агентство по технологическому развитию, позвольте представить. Заместитель председателя правления акционерного общества Национального агентства по технологическому развитию Жаматек Абдулаевич Салимов, а также управляющий директора акционерного общества Национального агентства по технологическому развитию Батрабек Алтаевич Даудпаев и Рахмужан павелла Ярназар. Наши гости подведут итоги деятельности агентства до 2015 год и поделятся планами на текущий год. Также расскажут о новом механизме предоставления инновационных грантов. Добро пожаловать, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас и позвольте про слово предоставить вам Жаматай Кабдалаевич. Пожалуйста. Рахмет. Хайрлогин Курмет журналистер. Бугунга Бузден Джин Мзден Баста Махсата, технология Лахдаму Жиндига, Олтук, агент Тактен, Екамену Бесенша Жолдава Жумсана, Натижесмин Тан Струеда. Добрый день, уважаемые журналисты. Национальное агентство по технологическому развитию является основным реализатором государственной политики в области инноваций, которая определена руководством страны, Министерством по инвестициям и развитию, холдингом «Байтерек». В целом сегодня выстроена система инструментов, которая структурирована таким образом, что любой инноватор, по сути, может получить необходимую поддержку на всех стадиях реализации проекта. Ученый может коммерциализировать свою разработку, либо запатентовать свою идею или ноу-хау. Стартап – осуществить акселерацию, продвижения своего проекта. Предприятие – обеспечить трансфер технологий, внедрить управленческие технологии, обучить свой персонал. При этом основные приоритеты нашей деятельности определены планом наций. 100 конкретных шагов. И государственной программой индустриального инновационного развития на 2015-2019 годы. 2015 год был достаточно активным и насыщенным. По многим направлениям деятельности мы фиксируем значительный прогресс. И несмотря на кризис, по отдельным показателям удалось достичь исторического максимума. Одним из основных инструментов поддержки и продвижения проектов являются инновационные гранты. В ходе реализации грантовой программы в 2015 году поступило рекордное количество заявок, 462 заявки. Скорее всего, это обусловлено тем, что в условиях кризиса предприятия, ищут возможности для оптимизации своих то затрат, повышению эффективности. Все это связано непосредственно с инновациями. Из 462 заявок мы по итогам экспертного заключения уже поддержали 51 проект на общую сумму 1 миллиард 632 миллиона тенге. Остальные у нас заявки находятся в рассмотрении и буквально в течение месяца, я думаю, мы примем все, все необходимые решения. Такое количество заявок также было обусловлено тем, что сотрудниками агентства была проведена индивидуальная работа с более чем 100 отечественными предприятиями в 8 регионах страны. Были выявлены 250 конкретных технологических задач. То есть э, мы перешли непосредственно к проактивному подходу, когда мы то есть, не, не сидим в остане и не ждем маны небесных, хороших проектов, а пытаемся выехать в регионы непосредственно на местах отрабатывать с главными инженерами, главными технологами предприятий, выявлять их задачи, узкие места, и пытаться вместе выстроить э, необходимые проекты по повышению инновационности этих предприятий. Хотелось бы привести несколько примеров э, проектов, поддержанных нами э, в 2015 году. В рамках гранта на транс-технологии был поддержан совместный проект ТО Галам и компании Airbus, Airbus Defense Space, Space это очень знаменитая, вы знаете, компания, по внедрению технологий производства солнечных датчиков для космических аппаратов. Сегодня уже у нас э, имеется в принципе, заказ на сумму 60 миллионов евро. Э, по сбыту таких датчиков страны ЕС у Корейской Республики есть тоже непосредственный интерес. Технические характеристики, таких датчиков они не уступают аналогам из Англии, России, США, и Нидерландов. Следующий очень хороший проект, мы считаем, это проект электровоз Курастру завоты и совместно реализованный с компанией Альстом, также Немалоизвестная компания по производству тяговых транс трансформаторов нового поколения для электровозов. То есть в любом электровозе самая интеллектуальная начинка это непосредственно трансформаторы. И вот такое производство мы уже в ближайшее время планируем наладить. Буквально в конце года подписали соответствующий договор по поддержке этого проекта. Компания SwissGrow была оказана поддержка по внедрению технологий производства комплексных минеральных органических микро- и макроудобрений для всех видов сельхозовых культур. В настоящее время, как вы знаете, огромный спрос на удобрения, около 400 тысяч тонн ежегодно потребляется, и только 7-8% это отечественное производство. Данный проект позволит увеличить долю местного содержания в разы значительно. Если говорить о конкретном эффекте от грантовой программы, то в ходе реализации проекта в 2015 году было создано около 800 рабочих мест, в том числе 400, около 400 на предприятиях и около 350 в стартап-проектах. Грантополучателями уплачено более 1,25 миллиардов тенге налогов, выпущено продукции на 22 миллиарда тенге, также немалая сумма, я считаю. И доля экспорта на внешний рынок составляет около 8 миллиардов тенге. Отдельно работа у нас осуществлялась по развитию инновационной инфраструктуры, которая оказывает поддержку непосредственно на местах, инноваторам, предприятиям на региональном уровне. Для доведения информации по тому, что было сделано в 2015 году в этом направлении, я хочу передать слово своему коллеге Батрубеку Долбаеву. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. На сегодняшний день в стране действует 8 региональных технопарков, основным видом деятельности которых является технологическое бизнес-инкубирование. Программа по технологическому бизнес-инкубированию реализовывается Министерством по инвестициям и развитию, начиная с 2010 года. Если привести статистику, то с 2010 по 2015 год в рамках данной программы было реализовано порядка 116 проектов с общей суммой финансирования 975 миллионов тенге. Сейчас я хотел бы привести несколько примеров подобных проектов. Через технопарк Сарарка в городе Караганда был поддержан проект изобретателя Воронова Евгения Николаевича по производству промышленного теплообменного модуля. Данный модуль, данная технология позволяет достичь экономии топлива порядка 40-45% за отопительный сезон. На сегодняшний день уже данные модули были установлены более чем 12 промышленных объектов, среди которых аэропорт города Караганды, а, машзавод номер один и объекты Арселор Миттл Тимиртау. -Тимир Еще одним примером а, является проект Тенри Айрлайф система очистки воздуха. Данный а, проект был реализован совместно с технопарком Казантуу в городе Алмате. На сегодняшний день технология внедрена более чем 50 медицинских и научных объектах Республики Казахстан, в том числе в Национальном медицинском холдинге, в лаборатории Назарбаевского университета, в Национальном центре биотехнологии и других. Также одним из э, проектов, реализованных на базе технопарка Казанту, является проект Науменко Бориса Ивановича из города Алматы по внедрению технологии электролитно-плазменной закалки в технологический процесс изготовления деталей из углеродистой и легированной конструкционной стали. Данная технология позволяет э, повысить прочностные характеристики выпускаемых деталей и задействована более чем на 20 предприятиях нашей страны. К примеру, это «Тулпар Альга, завод по сборке электровозов, фудмастер, Нобел Алматинская фармацевтическая компания и другие. Одним из направлений, в рамках которого были поддержаны проекты по ТБИ, является медицина. И одним из примеров данных проектов является внедрение новых методов лечения ортопедических заболеваний у детей в клинике профессора Алимхановой. Данный проект также был реализован в городе Караганде. Применяемые методы позволяют осуществить полную и стойкую коррекцию всех элементов деформации при любой степени тяжести патологии и не имеют никаких осложнений. Настоящий в настоящее время суммарный ежегодный объем продаж проектов ТБИ составляет более 100 миллионов тенге в год. При этом создано уже порядка 300 рабочих мест в данных проектах. И наибольшее количество проектов представлены в АПК, ВКТ, в строительстве и в машиностроении. В течение 2015 года по региональным технопаркам была проделана большая работа, были запущены колл-центры по информированию по мерам господдержки, реализуемых через АЛОНАТОР. Кроме того, были проведены конкурсы по детским инновационным проектам. В четырех регионах среди участников, количество участников которых было более 250 человек. Но кроме этого, нашими технопарками оказывается сервисная поддержка инноваторов, стартап-компаний на местах. Им предоставляются различные услуги, включающие бухгалтерское, юридическое, проектное сопровождение. Кроме того, инноваторам предоставляются помещения, офисные и производственные помещения на льготных условиях.

работа по переформатированию региональных технопарков в региональные офисы инноваций совместно с местными исполнительными органами власти и привлечению внебюджетных средств на реализацию инновационных проектов регионов. Одним из примеров такой работы является технопарк «Алгоритм» в городе Уральске, там, где был создан попечительский совет, в состав которого вошли крупные промышленные предприятия региона. И в данное время, в, этом, в текущем 2016 году, планируется профинансировать три проекта региона из внебюджетных средств. Аналогичная работа начата по другим регионам. На сегодняшний день статус регионального офиса инноваций закреплен за технопарком СРРК в городе Караганде. Кроме того, хотелось бы отметить, что агентству принадлежит имущественный комплекс СПИД алатау Что касается деятельности данного имущественного комплекса, то стоит отметить, что при бюджетных вложениях в размере 7 миллиардов тенге на сегодняшний день предприятиями и резидентами... ССП Талатау уже уплачено налогов свыше 8,6 миллиардов тенге. Кроме региональных технопарков, в составе агентства также имеются отраслевые конструкторские бюро. Существует четыре отраслевых конструкторских бюро по транспортному машиностроению, сельскохозяйственному машиностроению, нефтегазовому оборудованию и горно-металлургическому оборудованию. Основная деятельность конструкторских бюро направлена на содействие промышленным предприятиям в освоении новых видов производства. Что касается статистики, то с 2009 по 2015 год при содействии конструкторских бюро предприятиями на сегодняшний день уже выпущена продукция более чем на 7,4 миллиарда тенге. И в дальнейшем данный показатель только растет. Начиная с 2015 года в целях более эффективного предоставления услуг УКБ в рамках бюджетной программы предприятиям оказывается полный цикл содействия, начиная от разработки конструкторской документации, заканчивая содействием в изготовлении опытных образцов, проведении их испытаний и сертификаций. В 2015 году услуги были оказаны предприятиям Карагандинской области освоено порядка 12 новых видов продукции, среди которых продукция молочно-товарных ферм, ветроводоподъемники, зерновые экструдеры и другие единицы продукции. И теперь хотелось бы остановиться на показателях чистой прибыли по работе инновационной инфраструктуры за 2015 год. По итогам 2015 года достигнут показатель чистой прибыли в размере 164 миллионов тенге. К примеру, в 2014 году данный показатель был порядка 65 миллионов тенге. Спасибо. Благодарим вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. Но сейчас, уважаемые коллеги, вы можете задать вопросы нашим гостям по теме пресс-конференции. Пожалуйста, первый вопрос. Мы вас слушаем. Не так давно на данной площадке выступали представители компании Капиталом Казна Капитал Менеджмент. Они рассказали о работе венчурного фонда в Кремниевой долине. Расскажите, как вы с ним сотрудничаете, ли вы с ними на постоянной основе по развитию инноваций и намерены ли вы расширять свое присутствие за рубежом? Действительно, у нас сейчас идет череда таких пресс-конференций дочерних организаций холдинга «Байтерек». Это такая инициатива правительства, главы государства, чтобы объединить институты развития и улучшить синергию внутри работу по взаимодействию. Мы с Казаной Капитал Менеджмент, безусловно, взаимодействуем. У них есть венчурные фонды, которые, и проекты которых мы также пытаемся поддержать. В Кремниевой долине у нас до, в прошлом году было присутствие, также у нас был представитель, мы плотно работали по вопросам развития стартапов, поддержки стартапов, наши проекты были в Кремниевой долине. Помимо этого у нас представительство было в Корейской республике, в прошлом году мы работали, в Китае, большое, очень много запросов у нас по технологиям, сегодня китайские технологии, они в принципе не намного уступают европейским, американским аналогам, но с точки зрения цены они являются очень привлекательными. Поэтому у нас был отдельный представитель в Китае. Безусловно, интересно с точки зрения трансфера технологий, это разработки и технологии Российской Федерации. У нас там было представительство. Поэтому э, зарубежное представительство у нас также имеется, потому что, как говорит опять же президент нашей страны, э, зачастую не надо изобретать э, велосипед заново. Все, что есть лучшее в мире, надо привозить здесь, адаптировать учить этому наших местных людей, чтобы они уже на основе этих знаний, технологий могли генерить местные продукты, казахстанские продукты. Спасибо. Благодарю вас за ответ. Уважаемые коллеги, следующий вопрос к Каз радио. Казах радио са чомартла. Национала технология лак жобалар турал толгра гайт пинг шанга сизе сюзинизде осбоинша гранттар сиегиз миллион тинги нограйт найтуетингиз. Осна халай алуга болат жани гонан хандай да бралк шарттар барма. рахмет нысаналық технологиялық бағдарламалар ең басты мақсаты ол отандық ғылыми ғылымды әіп кәсіппен бірге біріктіріп салалық мәселелерді шешу болып табылады бұл бағдарламаларды жүзеге асыру үшін 2015 жылдан бастап жаңа гранттың түрі енгізілген бірақ бұл грантты енгізгерден бұрын біз индустрия инвестициялар және жаңа және даму министрлігінің инвестиция және даму министрлігінің тапсырмасымен шетелдік тәжірибені зерттедік отандық жүзден астам кәсіпорындармен және жоғары оқу орындарымен осы мәселені талқылап келесіндей шарттарды шығардық олар яғни сегіз миллион теңге немесе сексен пайызға дейін мемлекеттің ә, мемлекеттің гранты беріледі және де осы грантқа өтінім беру үшін міндетті түрде қазақстанның кәсіпорны ә, қазақстанның жоғары ғылыми оқу орнымен немесе беделді ғылыми зерттеу орталығымен бірігіп консорциум құру керек және сол консорциумның артынан бізге өтінім тапсыру қажет қазіргі кезде ә, жаңа кодексті айтып кеттік сол ә, кодекстің ә, кодексқа сәйкес ә, қазіргі кезде жаңа ережелер жасалынып жатыр және ми, министр, министрліктің жоспары бойынша ә, ә, жаңағы ә, жаңа гранттарға сәуір айында өтінімдер қабылдау басталады көп рахмет сізге пожалуста следующий вопрос евразия алексей макитюк хотелось бы узнать в прошлом году дочерние предприятия натра выставлялись на торги все-таки они не состоялись ваше мнение почему такой низкий интерес был у бизнеса к этим предприятиям и во вторых вопрос касается изобретателей у которых не хватает денег на создание производственных образцов своих идей изменилась ли поддержка их этого контингента что куда им обратиться ваши рекомендации спасибо Спасибо большое за вопрос, разрешите ответить. Что касается приватизации, дочерние компании агентства были включены в приватизацию в 2014 году, постановление правительства номер 280. Здесь стоит отметить о том, что рынок на сегодняшний день вообще сам по себе не готов к инновационному бизнесу. В Казахстане предприятия, которые занимаются инновационным бизнесом, только-только появляются. Появляются частные коворкинги, появляются частные бизнес-инкубаторы людей, которые занимаются этим, буквально можно сосчитать по пальцам. В настоящее время мы ведем работу по подготовке рынка самого для данного бизнеса, стимулируем полностью развитие, в том числе ведем переговоры с международными, зарубежными партнерами, такими крупными компаниями, как Spring, Texas, по их как бы, видению по дальнейшему развитию данного бизнеса с привлечением частных партнеров. Вот, как я отметил в своем докладе, сейчас для финансирования региональных инновационных проектов уже создаются региональные инвестиционные фонды. Одним из примеров это был как раз вот технопарк «Алгоритм», куда для развития региональных проектов Собираются внебюджетные средства. Это крупные предприятия, которые находятся в Западно-Казанской области. Они образовали свой некий фонд, за счет которого финансируются подобные проекты. Что касается поддержки инноваторов, как мы уже отметили, в регионах агентство наше представлено восьми региональными технопарками и четырьмя конструкторскими бюро. Региональные технопарки оказывают сервисную поддержку. Это начиная от проектного бухгалтерского сопровождения, подготовки всех необходимых документов для получения финансирования через инновационные гранты, через другие грантовые программы, которые реализуются через МОНРК, через МИР. Поэтому, ну, в принципе, как бы все дороги открыты и ждем инноваторов в технопарк, в агентство, в КБ для помощи. Благодарю вас за ответ, уважаемые коллеги. Следующий вопрос, информбюро. Игорь Бесунов, информбюро. Вы сегодня вот рассказали о, такой вот, о таком стартапе, как вот специальное устройство, которое помогает отслеживать там, перемещение детей. Хотелось бы узнать о нем поподробнее. Это только лишь какая-то разработка, идея, или уже она как-то производится, есть ли какое-то уже промышленное там, производство, сколько это стоит и чем может быть лучше или хуже зарубежных аналогов. Спасибо. На самом деле проект «Мангуст» он у нас реализуется, наверное, чуть менее года. Пришел к нам в программу Комиссия отборочная немножко с трудом как бы, принимала такое решение: вот люди с Силиконовой долины, потому что они говорят, что это хардверный проект. С софтверными проектами все понятно. Когда ребята пишут интересное приложение, потом оно востребовано, выставляешь его в App Store, Google Play, там, Market и его покупают. Все, что связано с хардверными проектами, это всегда тяжелее. Там вовлекается производство, необходима строительная площадка и так далее, и так далее. Но сейчас ребята идут поступательно двигаются, у них на сегодняшний день уже есть прототипы, буквально менее года прошло, уже есть дизайн отработанный, есть конкретный промышленный прототип, около 500 предзаказов на сегодняшний день мы фиксируем, и стоимость, стоимость такой, как вот правильно выразиться, такого гаджета, она не будет превышать 50 долларов, это. Это подписка, да, в год, по сути, но это по старому, по старому курсу. Вот. Поэтому, в принципе, вот у них сейчас вопрос: это по, строительной, по площадке. То есть выпускать это здесь, либо, возможно, вести переговоры с китайскими партнерами и там, где это дешевле сборка, мы, возможно, там осуществлять сборку. Но мы уже имеем конкретный промышленный прототип. И еще раз скажу, что проекту менее года. И есть предзаказы, то есть, 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 есть желание, есть потенциальные покупатели. Такой проект мы еще вот следует отметить, что поддержали с точки зрения акселерации. Еще раз, это мы вложили компетенции вот в ребята. Они пришли с голой идеей, мы помогли им при помощи менторов зарубежных, как правильно выстроить маркетинговую стратегию, как правильно дизайн сделать, бизнес-стратегию выстроить. Позднее мы также, они подали на инновационный грант, мы оказали им финансовую поддержку также. Поэтому будем надеяться, проект как у бы, проект умения год, поэтому сейчас пока Промежуточные итоги можно подвести, но будем надеяться, что в ближайшем будущем на рынке мы увидим эти изделия. Спасибо. Кубрахмед Сазге, уважаемые коллеги, следующий вопрос. правда. Пожалуйста. Здравствуйте, Жумутай Кабдулаевич. Вот очень заинтересовала нас история с казахстанским мальчиком, да, с особыми возможностями. Можно немножко более подробно о самом проекте, вот, благодаря которому выпадает такая возможность у него встретиться вот с ученым Спасибо. Действительно, Исаак, он очень талантливый мальчик, и просто наблюдать вот тот живой интерес, который у него есть к вопросам науки. И тема у него связана была с черными дырами да, в космосе, то есть очень такая серьезная, взрослая тема. Он очень серьезно увлекается, как я сказал, вопросами астрофизики. И действительно, когда общаясь с Исаком, заряжаешься оптимизмом, потому что этот молодой ученый, несмотря ни на что, он верит, искренне верит в хорошее будущее, в будущее науки, в будущее казахстанской науки. Вот. Поэтому э, достаточно серьезно он на дому занимается, на, э, обучением на дому. И очень много сейчас черпает из интернета, из открытых источников. То есть он говорит, что сегодня, в принципе, лентяй только не учится. Сегодня есть все. Сегодня есть все возможности. И из интернета он очень много черпает. На дому также преподаватели приходят. Вот. Что касается планируемой поездки, то вопрос сейчас у нас по секретариату Стивена Хокинга. Мы ждем ответ от них. То есть человек все равно тоже, он уже в годах э, и в плане, э, ну и достаточно популярный, у него очень много зарубежных командировок, выездов, поэтому мы ждем ответ с той стороны, когда они подтвердят. Предварительно нам сказали, что очень интересно, и мы готовы встретиться, готовы встретиться, обсудить, повстречаться. Поэтому мы, в принципе, запланировали небольшую поездку, тур, также показать Британский музей науки, э, съездить непосредственно в Кембридж, встретиться с Стивеном Хокингом. Ну, вот определенную программу мы подготовили, сейчас ждем ответ от Стивена Хокинга непосредственно. Спасибо. Благодарю вас за ответ, уважаемые коллеги. Пожалуйста, буквально последний вопрос. А 24КЗ. 24 24 Скажите, пожалуйста, вот завершился проект Технейшн, каковы его итоги? Планируете ли вы вести его как на регулярной основе, и каким отраслям в перспективе будете отдавать предпочтение? И вторая часть вопроса. Скажите, вот сколько конкретно инноваций в этом году уже внедрено в производство? И по этим позициям Казахстан в мировом рейтинге на каком примерно месте? Спасибо. Хорошо, спасибо большое за вопрос. Вот действительно, программа Tech Nation, программа по, по акселерации стартапов, по поддержке стартапов, она у нас очень серьезно в прошлом году стартовала. И своего рода это экспериментальная такая ласточка была, когда мы открыли границы также другим проектам, не обязательно казахстанским, но иностранным проектам. Мы очень активно привлекли специалистов из Кремниевой долины, то есть отработали этот проект, я считаю, достаточно успешно. Когда такие частные издания, которые как вот Forbes, заинтересовываются такими проектами, они ввели отдельную блок, страничку у себя на сайте по программе TechNation. И буквально мы в течение двух месяцев могли наблюдать в онлайн-режиме, как развиваются проекты что они 24, в режиме 24 на 7 жили буквально вот в этом акселераторе. У них было небольшое общежитие рядом. В отрыве от семьи, подальше там от знакомых и так далее. Там 24 часа они работали. Да? В этом году, вот, ответь, отвечая на ваш вопрос, хочу отметить, что по инициативе Министерства по инвестициям и развитию Аси Туринтаевич была инициирована группа, которая посетила Чили, и у них есть очень хорошая программа по поддержке стартапов, стартап Чили. И в этом году наши коллеги Алматинский кластерный форум TechGarden, они в Алмате находятся, будут в ближайшем будущем делать объявление программы Стартап Казахстан. То есть очень, очень серьезная будет программа по поддержке стартапов в Казахстане. Поэтому, я думаю, все детали коллеги уже непосредственно объяснят, разъяснят. Я думаю, буквально скоро они объявят об этой инициативе. Но принцип работы тот же будет, как в Чили. Поэтому в ближайшем будущем это объявление будет. Благодарим вас за ответ. Уважаемые коллеги, к сожалению, время нашей работы подошло к концу. Соответственно, мы завершаем нашу пресс-конференцию. Позвольте поблагодарить вас всех за активное участие. Благодарим вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. Всего вам доброго. До скорых встреч.